В Вышнем Волочке стало на одно дошкольное учреждение больше. Детский сад «Теремок», рассчитанный на 160 воспитанников, построен по нацпроекту «Демография». В открытии нового дошкольного заведения принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя. На месте присутствовала наша съемочная группа. Для Вышнего Волочка открытие детского сада действительно событие историческое. Дошкольное учреждение расположено в густонаселенном районе города. Поэтому списки маленьких воспитанников были сформированы быстро. Всего детский сад сможет принять 160 детей. Наш детский сад рассчитан на 8 групп. 4 группы дошкольного возраста и 4 группы раннего возраста для детей с 1,5 до 3 лет. Педагогический состав полностью укомплектован. Это 10 воспитателей на данный момент и педагоги дополнительного образования. Для всестороннего развития детей в дошкольном учреждении оборудованы музыкальные, спортивные и физкультурные залы. Одним из юных воспитанников детского сада стал Никита Царьков. Мальчику 1 год и 6 месяцев. Его мама Екатерина Царькова поделилась своими впечатлениями от нового детского сада. Все, конечно, настолько красивое, все вот вдохновляется, новое. Прям встречали все дружелюбно. Ну, думаю, для мамы, которая сидит в декрете, первый поход в садик – это очень важный момент. И как бы мы этого долго ждали. Вот. И думаем, что ребенок будет быстрее развиваться. В детском саду есть медицинский блок с процедурным кабинетом и пищеблок. Оборудована зона краеведческой тематики, где представлены макеты известных достопримечательностей Вышнего Волочка. Кроме того, с юных лет ребят будут обучать театральному искусству. Мы решили, что садик будет с театральным уклоном. И детки наши будут проходить обучение, они будут играть в спектаклях. У нас есть возможность играть как в обычном спектакле, так и кукольном. Все оборудование, костюмы, все уже есть. Во время посещения детского сада глава региона осмотрел группы, пищевой и медицинские блоки, спортивные и музыкальные залы. После посещения губернатор отметил, что в регионе каждый год открывается не менее одного социального объекта. В этом году у нас получается, что мы начали с открытия детского сада. Важно, что этот детский сад приближен к жилому микрорайону, где можно ходить в шаговой доступности, детишек провожать детский сад, забирать с детского сада. Отметить нужно, что здесь есть достаточно большое количество молодых сотрудников, которые пришли на работу. Ну и, конечно, я уверен, что наличие современных детских садов будет стимулировать развитие демографии в нашем регионе. Сейчас идет строительство нового детского сада на 190 мест на улице Левитана в микрорайоне Южной в Твери. Всего с 2019 года в рамках нацпроекта «Демография» в Тверской области открыты 12 детских садов на более чем 1500 мест.